В этом году Восточно-экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Повестка форума будет сфокусирована на вызовах нового времени. Юрий Трутнев подчеркнул, что на всех участках совещания лежит ответственность проведения форума на высоком уровне. Чтобы он принес пользу Дальнему Востоку, чтобы он принес пользу нашей стране, России. Это в ответственности всех присутствующих, надо подготовить и город. По словам Олега Кожемяка, традиционно перед ВЭФ регион ведет подготовку транспортной и инженерной инфраструктуры, мест размещения и питания участников, уже выполнены работы по благоустройству города. Также подготовлены волонтеры, будет организовано медицинское обеспечение, культурная и спортивная программы. Все должно быть безупречно. Мы, слава богу, научились, мне представляется, проводить форум так, чтобы это было не просто какое-то дежурное мероприятие, чтобы он действительно был полезным, чтобы гости, которые разъезжаются потом по всему миру, хотели вновь вернуться во Владивосток в будущем году. Также Олег Кожемяка представил Юрию Трутневу концепцию павильона Приморского края на ВЭФ-2023. В павильон на улице Дальнего Востока войдут 5 тематических, 1 уличная и переговорная зоны. Основная идея в этом году – Приморье – важное звено нового пути. По словам губернатора, это раскрывает значимость региона как важного транспортно-логистического узла, что отражается сейчас в налаживании тесных связей с ближайшими территориями. Выставочное пространство будет открыто с 10 по 17 сентября. Анна Дьякова, новости на 8.